Друзья, всем привет, на канале Курок Тиль, с вами я, Тёмыч. Ну что, смотрю, вы давно не накладывали штаны, да? Ну вот, я вам тут подготовил серию, поэтому мы проходим Блэр Витч, а точнее, Ведьма из Блэр. Выйди на связь, Элис. Берем рации, пацаны. Hey there, доброе утро, засунь. Что тебе надо? Обычный лагерь, там для тебя кое-что есть. Окей, давайте обыщем. У меня плохое предчувствие. Так, подбираем. Прочесть. Пациент пришел на ежемесячное обследование в связи с неврозом тревожности. Похоже, он себя контролирует. Пролез или его... пролез или своего друга снова ничего не говорит. Ухудшение диссоциативной амнезии. Честно говоря, этот пациент начинает меня беспокоить. Все уже об этом забыли, но этот факт, что он говорит Олесе, кажется немного жутким. Он заинтересовался походами охоты. Ему предложили стажировку в другом штате. Но он не хочет уезжать из города. Что-то его здесь держит. Окей, так, что у нас здесь лежит? Опять, да, статуэточки вот эти вот, блядь, всякие. Грязные. Грязные страшные статуэтки, которые непонятные, да? Так, что здесь еще? Я вижу фотографию, ребят. Фотографию переворачиваем. Патрик. Патрик. Что там? Камера. Давайте берем камеру. Ну что там? Так медленно открывает значок. Ах, он сукин сын. То есть он начертил, походу, на ней. Вот этот значок. Слушай, Элис, ничего личного, я бы тебя сразу убил, клянусь. Но она, ты ей нужен. А о мальчике она ничего не говорила. Смотри, вот мальчик, вот нож. А вот что тебе надо сделать. Иди к дереву, ты знаешь какому. Собери белых веток. Несложно, правда? Я сделаю тебе выгодное предложение. Делай, как я скажу, и я проведу тебя в свое укромное местечко. Больной ублюдок. Короче. Стоп, что это еще за... А что это белое? Короче, я сейчас смотрел на видосе, вот на этом, на камере. Это, короче, я недавно посмотрел вторую часть, и скажу вам, что вторая часть, блядь, полное дерьмо, ребят. Вот, если вы хотите посмотреть реально, смотрите первую часть. Но вторая просто дерьмо. И что это? Пятна какие-то белые. Куда нам идти? Ну так вот, и там, как сейчас вот эта комнатка была, там снизу тетка открывала вот это в подземку, типа, в шахту, или куда там это проводят, я не знаю. Дверь. То есть погреб какой-то, ну не знаю. Ну, короче, вот этот потайной ход он туда и проводит. И вот эта вот комнатка, это и она и была, короче. А вот еще белые. Ладно, полетели. И я же не могу фонарь взять, да? Нет, я не могу взять фонарь. Значит, тогда нам надо идти по белым следам, я так понимаю. Подбегаем вот еще. Ну, давайте быстренько добежим. Тогда он говорит, что нам нужно какие-то ветки собрать с дерева. Я так понимаю, это вот про то белое дерево. О, да-да-да, про то дерево, он говорит, здоровое. Тогда сейчас мы быстро к нему прибежим, нарвем веток. И тогда, как он сказал, укромное местечко, да, он нас отведет вот в эту сторону. Элис. Отвечай. И куда же ты идешь? Прямо в пасть чудовищем? Ты о чем? Смотри в камеру, сейчас увидишь. Держи свою шавку рядом, а то она их разбудит. Сюда, малыш. Так, окей. Тихо, блядь. Кого их-то? Мне сейчас интересно сразу стало, кого их. Come here, boy. Да ёпты, тихо. Вот, блядь, пес здесь все вот портит, блядь, реально. И куда же? Вниз? Давайте вниз.
Так, хорошо, ребята, давайте вот тут потихоньку. Давай держаться вместе, будет. Я не хочу тебя потерять в этом тумане. Ко мне. Он такой, ко мне, типа. А ты что, видишь кого-то? Он, блядь, они же чувствуют эту хуйню. Сохранение пошло, ребят. Выйди на связь, Элис. Осторожно, Элис. Твой жалкий фонарик здесь не поможет. Не волнуйся, я не брошу тебя одного. Мне не нужна твоя помощь. Не говори так, осмотрись. Я оставил тебе знак. Что? Знак. Поищи как следует. Иди туда, куда... Что-то я проебал. Вот что ли, смотри. Светится же что-то. Давайте сюда пойдем. What the hell? Какого хрена? Тихо, 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 тихо. Смотри, красно. А врубаешь, это эти, походу. Да тихо. Это, короче, те, которые у дерева стояли, они тряслись, короче, это они. Спокойно, блядь. Это они, в натуре это они. Вот, вот он. Пиздос. Так, ну он да, типа нам следовал. Шаг в сторону, они тебя заметят. В смысле, так я иду, как ты сказал. Я там, блядь. Элис, у тебя есть последнее желание. Блядь, это пиздец. Тут что ли? Пройдем здесь? Пройдем. Пройдем, пройдем, нормально. Бля, сколько их здесь, а? Так, наверное, так, пацаны. Очень медленно, аккуратно. Вот так, наверное. Давай, 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 ровно, ровно, ровно. Эй, hey, мальчик, что такое? Горочка ко мне, короче. А пес их боится, короче. Бах, нахуй. Только не говори, что тебя пугают такие мелочи. Так, идем дальше, ребята, аккуратно. Ускорим шага. Шага ускорим, пацаны. Фу, так, тут никого. Пока никого, давайте идти дальше. Тихо, блядь, да ты палишь меня, сука. Он меня прям вообще конкретно палит, пес, блядь. Стой, не с места. Поверни налево. Да, вот так. Иди. Окей, иди вперед. Направо. Почти пришли. Поверни налево. Молодец. Немного вправо. Но проблема, Элис, иди. Ну и чё? Подставил ты меня, гондон. Он меня подставил, сука. Поверни налево, да, вот так. Теперь иди вперед. Направо. Почти пришли. Молодец, Элис. Да, вот так. Молодец, Элис. Ну же, Элис. Почти пришли. Немного вправо. Направо, Элис. Да что творится в этом лесу? Может, это вовсе не в лесу, Элис? Может, это у тебя в голове? На самом деле, нет. Но сам решай, как тебе спокойнее.
Так. Почти прошли. On, ну же, Элис. Yeah, like почти прошли. Молодец, Элис, хороший мальчик. Теперь держись ближе к скалам, чтобы они тебя не заметили. Так, тогда держимся вот здесь. Ближе к скалам, как он сказал. Сука, а где он меня видит, блядь, а? Как он меня видит? Скажите-ка мне, блядь, ребята. Как эта падла меня видит? Тихо ты, блядь. Не пали контору. Почти готово, Элис. Нужно еще пару прутьев. Вот они. Can't believe I'm doing this. Поверить не могу, что я это делаю. What? Одна. What the? Что за... Hey, psycho. Эй, ты больной ублюдок, что за херня? Оно кровоточит. Не глупые деревья не кровоточат. Теперь оглянись вокруг, видишь? What? Что? Тропинку, видишь? I кажется, so. Да? Иди по ней. Окей, давай пойдем. Пизда, кто прошел? Только что вот тут прошел кто-то за деревом. Это... А, он, наверное, и едет, блядь, этот хуй. Ну, сука, а только выпрыгни, блядь. Прям здесь был, ребят, блядь, отвечаю. Перемотайте, посмотрите, блядь, кто не верит, блядь. Я пиздать не буду. Окей, куда? Ой, бля, ты чё пугаешь так, сука, уёбок? Пуля? Пошла мимо? В чём дело, Элис? Снова игры твоего сознания? Тихо. Прекрати валять дурака, иди по тропе. Элис, ты слишком... Блядь, а? Да всё, не ёбнуться. Блять, собака что ли спалила? Так, аккуратно идем, ребят. Аккуратно. Блять, иди сюда, сука. Блин, что ты там видишь, Элис? Солдат, блять. Идем дальше. Come here, boy. Бля, дичь какая-то, пиздец. Да тихо ты, сука. Мне, короче, пес конкретно палит. Там стоит. Один там стоит. Так, аккуратно проходим. Аккуратненько. Две слепые мышки, две слепые мышки бегут в припрыжку. Бегут в припрыжку. Развеяться решили. Из дома поспешили. В лес среди ночи умчались, не робея, да только по дороге встретили злодея. Ну ты рэпер, блядь. Потеряли хвостик. Вот беда, хвостик отрезала дьявола жена. Мышки без хвостика, правда, красота.
Ёбнутый, короче, конкретно. Голова поехала у него просто. Что же кормят? Опять, блядь, Ирак какой-то. Да сколько еще идти-то? Рядом, сука, рядом. Бля, я просто... Хуячу по лесу, блядь, реально, блядь. Уже сколько я прошел. Я думал, стоит кто-то. И что? Следы обрываются. Может ему набрать? Shut it, psycho. Заткнись, психопат. Что, блядь, схуяли? Куда идти-то, блядь? Тут следы оборвались. Куда я должен дальше-то идти? Что там? В ноге, блядь. Come here, boy. Он ведет меня, что ли? Что там? Сохранилось здесь только что у нас. Булет, нельзя. Фаршмак, короче. Я нашел оленя. Мертвого. Да что ты говоришь? Это я его убил. Сними с него шкуру. What? Что? Шкуру, сними ее, давай. Или хочешь, чтобы я начал снимать ее с мальчика? А? Вот так, хорошо, почти готово. What now? Что теперь? Знак. Ты должен сделать знак. У тебя есть ветки и шкура. Осталось их использовать. Поторопись. Фух, ладно. Будь по-твоему, гребаный психопат. Так, сами завязались, блядь. Satisfied. Доволен? Нет, не совсем. Еще кое-что. Это просто. Ты так уже делал. Но сначала дай шавке понюхать знак. Она отведет тебя в нужное место. Как? На нем только мой запах. Делай. Показать буллета. Булет, малыш. Странно. Ты не боишься? Думаешь, связал пару веток и все? Знак еще не готов. Бежим за псом, значит. Так, и что, ты потерялся? Куда идти? Пойдем. Куда он нас, интересно, приведет сейчас? Драпаем, драпаем. Куда? Тебе не интересно, что там? Ты знаешь, что нужно делать? On, boy. Давай, мальчик, проверь, что там. Типус. Ебать. Булет, будь, подожди. Убежал, блядь, испугался. Я всем хуй, блядь.
Надо погладить его, пиздец, он обосрался. Обделался, бля, штаны. Все в порядке, друзья, все хорошо. Хочешь, что я тебя заставляю? Пойдем дальше. Скажи, Кайлис, каково это зависит для человека, убившего твоего друга? Кого ты больше презираешь, меня или себя за свое бессилие? Говори, говори, ты заплатил за все, что сделал. Раньше я себя ненавидел. Я презирал себя за слабость. Пытался бороться, брыкался, царапался, кусался, но безрезультатно. Не двигайся. Что? Опять? Просто стой на месте. Пригнись. Встань. Что за хуйня? Ты что, угорать надо мной? Иди. Что за хуйня, блядь? Видишь, Элис? Когда ты делаешь, что тебе говорят, все просто и безболезненно. Пидорос, блядь. С некоторыми вещами бороться бесполезно. Мы как птицы запутываешься в ключевые проволоки. Чем больше дергаешься, тем глубже заходят шипы. Единственный способ прекратить страдания – сдаться. Значит, ты сдался. Я стал не тем, кем был раньше. Еблан, блядь. Погнали, ладно. Что такое? Чего? Ебать, здесь яма, смотри. I don't like the look of this, buddy. Мне это не нравится, дружище, совсем не нравится. So what is it? Что это? Another body? Очередной труп? Хочешь знать? I don't understand. Осталось немного. Ты почти свободен. Сделай последний шаг, и все закончится. You want me to... Ты хочешь, чтобы я себя убил? Kill myself? И подарить тебе то, к чему ты стремился все эти годы? Нет, убей собаку. Похорони ее. What? Что? Oh, нет, иди you, нахрен, no. Нет. Это будет быстро. Представь, я ведь мог оставить тебе нож. Нет, я не стану двигать буллета. Вот как? Вот значит, где твой предел? Чёртова шавка! Твой предел должен был быть намного раньше, с меня хватит. Ты сам напросился и подставил ребенка. Хватит прятаться за ребенком, трус! Проклятие! Пидорас, блядь, чёрт. Что за... No. Нет, это невозможно. That's impossible. Bullet, no. Bullet, нет. Bullet. 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 Что за хуйня? Бля, как пройти-то? Пройти-то куда? Где пёса? Эй, Буллет, подожди! Буллет! О, блядь. Ты можешь отсюда спрыгнуть-то, нет? Hold on, boy, I'm coming. Держись, малыш, я иду. Oh, God, no, please. О, боже, нет, пожалуйста, не шевелись, дружище, не шевелись. Тихо, все будет хорошо. Сейчас я только... Boy, you're heavy. У нас тяжелый.
Кто слишком часто доедал со стола? Будем дольше гулять. Больше гулять, малыш. По всему району. Я не шучу. Хорошо, все в порядке. Все будет хорошо. Сука, блять, а. Бедный песик, блять. Так, а куда мы сейчас пойдем? Я понимаю, малыш, оставь чуть-чуть. Бля, еще так медленно вверху идет он, конечно. Пиздец, сколько там идти, интересно. Что-то сердце застукало, я слышу у него. Все будет в порядке, малыш. Лай. Ложь или лжец? Что-то прям вообще идем прям долго. А слышь, мы по кругу ходим. Это место мы уже были. Мы здесь уже были, точнее, он говорит нам. Да-да-да, мы проходили вот там сейчас. Опять, да, лая. Только еще значки вот здесь. Это сейчас мы что, сколько нам по кругу надо идти-то? Только не снова. Все, он уже потихонечку начинает уставать. Что это сейчас было? Трястись начинается у него, видишь, глаза. Ну, за эти зрачки. И оно такой тяжелый. Да, сейчас что-то будет, походу. Раскач, блядь. Просто сколько можно идти? Очередная петля. Это безнадежно. О, на глаза появляются на экране уже красные эти линии какие-то. Только что были. Вот же, сука, этот чувак, блядь. О, что-то такое. Спокойно. Я здесь, я с тобой. Отшельник этот, убийца, блядь. И сколько я так буду идти, пока, блядь, я в обморок этот не пизданусь? Или чё, блядь? Все, он уже вон, хуйня какая-то начинается, блядь. Тише, все в порядке, малыш. Никого не бросит. Мы вместе пришли, вместе уйдем. Бля, пса жалко, пиздец. Пса вообще жалко, реально. Бля, надо этого хуя найти, короче, разъебать. Если это возможно, бля. Короче, у этого еще дурачка, блядь, или с башкой проблема, он еще поехал в лес, блядь, искать малого пацана. И сам с ума сходит, блядь, конкретно уже здесь. Жесть уже, что-то вообще прям жестко. Блядь, сколько я уже скажу? Минут, блядь, 5? 6?
Короче, все, он потихонечку начинает охеревать конкретно, короче. Пиздец, сколько здесь идти можно, просто. Я уже задолбался здесь ходить. Капец. Из леса ты не выйдешь, блядь, нихера еще, да? Если бы он того чувака не слушал бы, ну ему по сути жопа бы была. Но эти чупакабрики, блядь, бегают тоже около дерева, которые стоят. То есть он сказал, шавку держи поближе, а то она их разбудит, значит они так типа спят, блядь. Че, кто это такие вообще? Их вообще в фильме не было. Не, я так, конечно, могу бесконечно, мне кажется, ходить. Ну, это же звук какой-то. Такой нагнетающий. Сейчас, мне кажется, все случится. Все, все, что-то замедлился он. Срубила нашего пацана Элиса. Блэзит? Пса нет. Нет, 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 черт, черт! Пиздавайся. Очухался, а пса нету, блядь. И где он? Это пизда. Оно меня приняло. Будет. Ты меня не сломаешь, слышишь? Я тебе не сдамся. Что бы там ни было. Пизда. Полетели, блядь. Чего, блядь? Ну, конечно, одно единственное дерево, блядь. Вы слышали, что он взял? Интересно, когда он сорвется и убьет жену? Что я должен здесь делать? Куда вообще идти? Пса слышал. Где он? Ему нельзя доверять. Блядь, где-то пес. Где-то слышу пса, но не понимаю, куда идти. Тупик, блядь. Вот. Сука, подстава. Что-то. Фотка. Пау. Не ходи близко. Никто не знает, что, чего от него ожидать или что такое. Так, 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 куда идти-то? Опять его лагает, короче. Я не понимаю, куда идти, короче. Я здесь круги наярил. Это он. Что за херня? А все, ему тоже сейчас пиздарик, походу. Вон у него уже башка в ахуе. Просто, походу, надо бежать. Вот и все, блядь. Шериф Ленин. А он... Шериф? Твою мать, Элис, я полностью пытаюсь с тобой связаться. Вообще, я хотел сказать, что мы прекращаем поиски. Ничего личного, но ты бросил его умирать. Будь справедливо, если ты тоже умрешь однажды. Короче, goodbye, прощались. Что за хуйня?
Успокойся. Ублюдок. Ты всех подводишь? Ёбан, как я тут оказался? Скажи мне, блядь. Крыша едет, дом стоит, блядь. Это Элис наш. Это Элис наш. Стоит нахуй. Кто? Ну что это? Как в фильме, блядь, нужно повернуться угол, помните, да, блядь? А, ну кто вторую часть сорёт, тут я думаю, знает. Уничтожить. Почему всегда так происходит? Эти палки вообще как вуду, нахуй, вот во второй части. Может их вообще не надо брать, блядь? Смысл их брать? То, что фотографии, блядь. Вот опять заорал кто-то. Он убивает, блядь. Я убиваю тех, кого ломает палки эти. Вуду типа, эти куколки вуду, блядь. Сделанные, самодельные. Я их ломаю, и там кто-то орёт. Ух, блядь. Ух, блядь. Ух, блядь. Ух, блядь. Нет сигнала. Зато, блядь, письмо пришло. Посмотри вверх. Да, блядь, конечно, хули не, блядь. Давай вверх посмотрим, блядь. Что за хуйня была? Нет, нет. Не надо, прекрати. Навеки мой. Разорви их на кусочки. Работай, скотина. Не успел прочитать. Да. Вот так. Кто это, блядь, такие, сука? Я всегда могла на тебя рассчитывать. Что, блядь, за хуйня? Что случилось с его собакой? Думаете, он с ней что-то сделал? Сюда. Куда, блядь? Закрыто все. Не заставляй меня ждать. Чё ты хочешь такое? Вот. Иди ко мне, Элис. А куда я должен идти? Тут, блядь, тупик. Я жду. Кассета. Смотрим. Булит? Это хуй этот следил? Кто хороший мальчик? Ты хороший мальчик, молодец. Булит, о боже, Булит. Это уже слишком. То есть этот хуй убивал, короче. Ой, убивал, следил за нами. Что я надел? Бля, вообще он крышей едет конкретно. Пиздец. Джесс? Джесс? Я? Джесс? Бля. Да, он удивился, короче, конкретно. Что там лежит? Мне показалось, что там что-то лежит, это дерево. Слабак. Чё? Не бросай меня. Просто убей меня. До сих пор борешься, да? Ох ты, сука! Что ты сделал с ребенком? Ребенок? Ты о нем беспокоишься. Жалкий идиот, я могу перерезать тебе глотку и надеть твою кожу. Так чего ты тянешь? Ты должен же это заслужить. Бах, нахуй, в ебучку.
Видишь, что ты наделал? Сколько не барахтай, будешь только хуже. Нет, это сделал ты. Я? Я просто дал тебе выбор. Ты выбрал пса. Теперь он мертв. Я всех подвел. Теперь у тебя ничего не осталось. Теперь ты готов. Идем. Время пришло. Не убивал он пса. Джесс, прости меня за все, если бы я мог... Если бы я не вышел за тебя, если бы послушал вас. Джесс, пожалуйста, я знаю, я облажался. Элис, это ты их убил. Что? Ты убийца и трус. Нет. Я ухожу, Элис. Не знаю, что делать. Будь мужчиной, хоть раз. Кого он убил, блядь? Не отряд же он свой разъебал? Пизда, реки нахуй, ребята, блядь. Ох. Как? Нет, не может быть. За что? Я сделал все, как ты и хотела. И что теперь? Буллет, я... Как я мог? Фонарь есть, заебись, фонарь есть. Блядь, я думал, фонаря нет. Опять эти, блядь, куклы нахуй. Пиздец, конечно, кошмарит она по полной его, блядь. Куда идти-то нахуй? Наверх, наверное, да? Кассета, ребята. Смотри, хоть бы там было что-то полезное. Разоблачение. Боже. Вставай. Бля, бедный малой. Пошевеливайся, парень. Блять, ублюдок ёбаный. Он утащил Питера в подвал. Ёбушки, сын. Ёбушкин вареник, нахуй. Ну, пацаны, это полный пиздец. Я так думаю, что он хуй этого старика найдет, отвечаю. Просто, блядь, пиздец. Кто в этот дом, нахуй, полез? Чебанутый, я бы, блядь... Вот туда вот нахуй, вот туда, блядь, туда вот просто по прямой ебашил бы просто, блядь. Пять ног нахуй. Реально, меня бы хуй догнали, блядь. Короче, дом, пиздец, посмотри, стрёмный какой, ёбана. Друзья, я думаю, на этом надо будет остановиться. И мы продолжим уже в следующей серии. Узнаем, что же в этом ебучем доме. Поэтому... Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и, пожалуйста, напишите в комментах, что вы думаете по этому, бля, поводу всему. Я думаю, что это полная, блядь, жопа, блядь. Больше никак не могу нажать. Реально, я бы в этот дом вообще, блядь, не сунулся. Просто дичь. Все, всем пока.